Пока площадка у драматического театра мало похожа на место отдыха. Работает техника, снимают асфальтовое покрытие. Но к августу подрядчики обещают превратить бывшую парковочную зону в ухоженную театральную площадь. Каскады фонтанов, малые архитектурные формы, торшерное освещение и афишные столбы, стилизованные под торшеры. Дополнит картинку красные клены. 5 метров мы высаживаем, да. По кленам также подобрали. Своих кленов красных у нас нет. Каких годовалых был клен? А здесь тоже не менее 5-6 метров. Сейчас мы ждем окончательное предложение от тульского питомника. Были предложения с юга, мы их отказались. Поэтому клены мы привезем с Тулы. На площади придется перенести водопровод и электросети. Демонтаж практически завершен. Строители готовы приступить к работам. А чтобы ульяновцам было где оставить машины в центре, Алексей Русских поручил администрации предусмотреть место для будущего паркинга. В театре юного зрителя работы уже выходят на финишную прямую. Сейчас идет внутренняя отделка 2-го и 3-го этажей. Ремонт выполнят в стиле лофт, а сцену сделают из декоративного красного кирпича, который покроют лаком. Театр юного зрителя, я считаю, будет просто уникальный проект. Таких немного в России. 2 зала, возможность еще репетировать еще в отдельном зале. В принципе, внешне, как он будет выглядеть, мне очень понравилось. Ряд замечаний я сделал генподатчику. Надеюсь, что он исправится. Классический зал театра рассчитан на 300 мест. Рядом еще 2 камерных зала «Трансформера». Все работы ведут по нацпроекту «Культура». Еще один объект, который приковывает внимание горожан – новый корпус губернаторского лицея в Засвияжье. На площадке вырыли котлованы, тестируют новые опоры. К июню должны установить 600 свай под будущее здание. Пришлось делать изменения к проекту, потому что существующий проект устарел. С учетом того, что количество учеников увеличилось, поэтому очень быстро мы сделали изменения к проекту. И сейчас подрядчик, с учетом того, что определенное время потеряно, подрядчику предстоит очень активно работать, чтобы наверстать это время. Будем контролировать. Следующим шагом станет устройство фундамента. Здание дополнительного корпуса рассчитано на 550 мест. Здесь будут заниматься лицеисты 2-5 классов. Анна Тищенко, Улправда ТВ.